Оле Бляблиной 17 лет. Девочка – выпускница школы номер 100. Воспитывается в приемной семье с 2014 года. Оля учится на отлично и планирует поступать в плановый университет на экономиста. Сегодня выпускница в числе тех, кому вручают денежные сертификаты. Я хочу стать экономистом. Я очень долго к этому шла. В детстве всегда думала, что я буду экономистом, так как смотрела, например, свою маму. Мне очень приятно, что я здесь, что она заботится, помнит о нас. В этом году 11 класс общеобразовательных школ заканчивают 75 детей, которые воспитываются в семьях попечителей и приемных родителей. Сейчас подготовлены и направлены сертификаты на получение единовременного пособия во все внутригородские районы, где пройдут вручения. 10 ребят наградили в администрации Самары. С напутственными словами к выпускникам обратилась глава города Елена Лапушкина. Дорогие ребят, у вас такая очень жаркая пора наступает. Заканчивайте школу, совсем скоро прозвучит последний звонок в ваших школах, дальше ЕГЭ. Я вот вам от всей души желаю, чтобы ЕГЭ прошли очень легко, очень просто. Кроме того, глава Самары рассказала о материальной поддержке выпускников от региональных властей. Возможность получить денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут у тех, кто решит поступать в самарские вузы и СУЗы. Об этом стало известно во время ежегодного послания губернатора Дмитрия Азарова к жителям области и к депутатам губернской думы. Так что не забудьте про это. Вам до сентября месяца еще вот на поддержание на первое время тоже будет от региона, от губернатора вот такое пособие выплачено. Всего в Самаре в приемных семьях воспитываются 2520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2010 года пособие получили 622 ребенка. Мария Гилчан, Константин Головин. События.